гордимся тем, что вот после 50-летия мы здесь полетели. Точно растет производительность труда. После такого концерта человек не может работать спустя рукава, он точно работает лучше. Вот это на самом деле традиция, и наши люди заслуживают высокого искусства, тем более в юбилейный для нас год. Валерий писал, что много лет включает в график прохождения, это не очень просто. Я очень благодарен своему другу Валерию Писаловичу, что никогда не отворачивается от наших гостей, всегда делает все возможное, чтобы быть здесь на команде.